Здравствуйте, Нормалс. Это видео про ваш объектив Гелиос 42 с байонетом Кёнон и установленным диванчиком наушника. Вот смотрите, это ваш объектив, установленный на мою камеру. А диванчик установлен, вот как видите, показывает диафрагму 1.4. Если мы заглянем с помощью айфона видоискатель, мы даже увидим вот это вот знаменитое боке. Вот сейчас я навел резкость, вот как видите, камера издает звуковой сигнал, и вот появляется фотография. Это моя специальная линеечка для настройки и вестировки одуванчиков. Вот как видите, показывает все в резкости. Если на вашей камере будет бэк или фронт фокус, то, как я вам уже говорил, я вас научу делать юстировку. Вот смотрите устройство самого объектива. Сейчас у нас установлена диафрагма 1.5. Вот это кольцо фокусировки, очень удобное, очень широкое. И вот два кольца диафрагмы. Для того, чтобы поменять диафрагму, мы сначала берем верхнее кольцо и прощелкиваем на ту диафрагму, которая нам нужна. И потом нижним кольцом также сводим ее в одну точку с красным указателем на объективе. В обратную сторону то же самое, только сначала мы нижнее кольцо поворачиваем, потом поворачиваем верхнее кольцо, и оно совмещает красную и белую точку. Как это происходит в самом объективе, сейчас я вам попробую показать. Вот диафрагма сейчас полностью открыта. Вот мы закрыли ее на 22. И вторым кольцом, вот видите, она закрывается. Сейчас я ваш объектив сниму с моей камеры, упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.